Так, коллеги, последнее и заканчиваем на сегодня. Исходя из того, что было сказано, мы вывели вот такой вот алгоритм подготовки к допросу. Первое. Нам следует определить значимые для позиции, ну или для дела, обстоятельства. То есть те, которые имеют юридическое или иное значение для дела. Как это определяется, я постарался сегодня показать. Дальше. В этой связи четко себе определяем, что свидетель может, а что не может сказать. Уже держа в уме, что спрашиваем только в то, что имеет отношение к делу, и в то, что сказать может. Одновременно с этим, самостоятельно под свою ответственность, решая вопрос, что мы в вариативную часть поместим, а что выкинем за пределы дела и не будем на это обращать внимания. Формируем итоговый точный перечень обстоятельств для этого свидетеля. Помните, мы говорили, что формировать перечень вопросов бессмысленно. Не работает перечень. Поэтому здесь и делается акцент на формировании итогового точного перечня обстоятельств именно. А дальше уже по ходу допроса, ну или заранее можно это промыслить, подбираем цепочку вопросов под каждое обстоятельство. Ну и задаем вопросы в допросе. Опять, видите, я делаю акцент в каждое нужное обстоятельство. В него, пока оно не будет озвучено в том объеме и в том виде, в котором вам это надо, согласно позиции по делу. Буквально так, как Иван Александрович неделю назад, как ваш процессуальный оппонент, допрашивал Генри по обстоятельствам получения им по лицу в баре.